саженцы жимолости съедобный Алтай вырастают до 1,5 метров. Плодоносит необыкновенный крупномер до 30 лет. Ягоды крупные, имеющие кисло-сладкий вкус. Их диаметр может достигать 1 сантиметра. Отличаются плоды этого кустарника высоким содержанием витаминов и полезных веществ. В них фосфор, йод, калий. Сорт достаточно неприхотлив. Легко переносит заморозки. Щедро плодоносит и в тенистых, и в солнечных местах. Единственное требование к почве – влагоемкость. Высаживая несколько кустов жимолости рядом, стоит оставлять между ними расстояние в 1,5–2 метра. Жимолость съедобная Алтай – это кустарники высотой 150 см, диаметром 100 см. Окраска цветка белая. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. Жимолость съедобная Алтай имеет средний срок созревания. Урожайность жимолости съедобной Алтай составляет 5 кг. Плоды имеют массу 1,2 грамм. Вкус сладко-кислый. Плоды можно потреблять в свежем виде. Важно, что жимолость съедобная Алтай частично самоплодный, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.